Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем наши вебинары. Сегодня у нас интереснейшая тема – стенокардия. И та информация, которую я вам сегодня расскажу, это, опять же, перевод с английского языка информации Европейского общества кардиологов, которое приняло рекомендации по лечению стенокардии в 2019 году. И плюс добавила туда последние данные исследований за прошедший год. Ну, для начала, прежде чем говорить о стенокардии, давайте ответим на несколько вопросов, которые наиболее волнуют врачей, которые лечат это заболевание. И первое из них – какова роль аспирина у пациентов с ишемической болезнью сердца? Ну, надо его назначать или не надо? То говорят надо, то говорят, что опасно, то это кровотечение. Так все-таки в каких случаях нужно назначать аспирин? Итак, Европейское общество кардиологов однозначно отвечает на этот вопрос. Пациентам с перенесенным инфарктом миокарда или реваскуляризацией в анамнезе рекомендуется принимать аспирин в дозе 75-100 мг в день. Уровень доказательности 1А. То есть 100% надо после перенесенного инфаркта миокарда в течение 6-12 месяцев. Но недавние исследования применения аспирина у пациентов с сахарным диабетом или у лиц с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний показали незначительную чистую пользу аспирина или вообще ее отсутствие. Поэтому предположение о том, что любой человек с признаками атеросклеротического заболевания должен принимать аспирин, было оспорено. Всем подряд аспирин не нужен. Поэтому в руководстве 2019 года указано, что аспирин в дозе 75-100 мг в день может быть рассмотрен у пациентов без инфаркта миокарда или реваскуляризации в анамнезе, но с окончательными признаками ИБС при визуализации. Уровень 2Б. Но я для себя уровень 2Б отношу, что если... То есть уровень 2Б – это лучше не надо, чем надо. Вот 2А лучше надо, чем не надо, а 2Б лучше не надо, чем надо. Вот. Поэтому... Но с другой стороны, так как подчеркивается вот в этих рекомендациях, что рекомендации 2Б означает, что аспирин все еще может применяться у отдельных пациентов, у которых низкий риск кровотечения и диффузный атеросклероз. С аспирином разобрались. А какова роль непрямых оральных антикоагулянтов у пациентов с ИБС? Их-то надо назначать или нет? Итак, в руководстве говорится, что пациентам после стентирования с фибрилляцией предсердий или другими показаниями к оральным антикоагулянтам рекомендуется назначать апиксабан 5 мг внутривенно, добигатран 150 мг внутривенно, этоксабан 60 мг внутривенно или ривоксабан 20 мг в сутки. Когда используется ривоксабан и опасения по поводу высокого риска кровотечения преобладают над опасениями по поводу тромбоза стента или ишемического инсульта, следует рассмотреть возможность применения ривоксабана в дозе 15 мг в сутки вместо ривоксабана в дозе 20 мг в сутки. То есть, если есть угроза кровотечений, применять все равно надо, но можно снизить дозировку до 15 мг. Какова роль бета-блокаторов у пациентов с ишемической болезнью сердца? У пациентов с высокой частотой сердечно-сосудистых сокращений комбинация бета-блокаторов и недигидропиридиновых антагонистов кальция является возможным вариантом. Безопасна ли эта комбинация, поскольку нас учили, что бета-блокаторы и антагонисты кальция, не содержащие дигидропиридин, не следует комбинировать? На этот вопрос тоже есть ответ в руководстве. У некоторых отобранных пациентов препараты, не содержащие дигидропиридин, могут сочетаться с бета-блокаторами для лечения стенокардии. Однако в таких случаях они должны применяться под тщательным контролем переносимости пациентами в отношении чрезмерной брадикардии или признаков сердечной недостаточности.
Применение антагонистов кальция, не содержащих дигидропиридин, пациентами с дисфункцией левого желудочка не рекомендуется. В общем, ну, чрезвычайно осторожно. Чрезвычайно. Я думаю, что в условиях постоянного контроля это условия реанимации. Какова роль ивабрадина у пациентов с ишемической болезнью сердца? Четвертый вопрос. Ивабрадин используют для лечения пациентов с высокой частотой сердечных сокращений и низким кровяным давлением. Добавление ивабрадина, применение комбинированных бета-блокаторов следует рассматривать только в том случае, если у пациента сохраняются симптомы ЧСС выше 80 ударов в минуту. Экспозиция ивабрадина значительно повышается при сочетании с верапамилом или дилтиаземом, которые являются умеренными ингибиторами цитохрома 3А4. Поэтому комбинация ивабрадина с препаратами, не содержащими дигидропиридин, не рекомендуется. То есть ивабрадин мы применяем тогда, когда у нас пациент с низким давлением, и можем сочетать его только с бета-блокаторами, если при этом частота сердечных сокращений выше 80 ударов в минуту. Алгоритм терапии при ишемической болезни сердца. Все расписано просто пошагово. Итак, если мы находимся на стандартной терапии, самая распространенная комбинация – нормальное ЧСС, нет сердечной недостаточности и нормальное артериальное давление – то мы начинаем или с бета-блокаторов, или с антагонистов кальция. Если этого недостаточно, то мы переходим на бета-блокаторы или дигидропиридиновые антагонисты кальция. Вот. Если и этого недостаточно, то мы их сочетаем друг с другом. Если у нас ситуация, когда частота сердечных сокращений более 80 ударов в минуту, то мы начинаем с бета-блокаторов или недигидропиридиновых антагонистов кальция. Второй шаг, мы меняем их. Начали он недостаточно, мы меняем их. И третий шаг, мы добавляем к бета-блокаторам ивабрадин. Если у нас частота сердечных сокращений менее 50 ударов в минуту, то мы начинаем с дигидропиридиновых антагонистов кальция, потом переходим на пролонгированные нитраты. Если этого недостаточно, то мы их комбинируем. И если этого недостаточно, то четвертым шагом мы добавляем никарандил, ранолазин или триметазин. Если у нас сочетание ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности, то первый шаг – это бета-блокаторы. Второй шаг – к бета-блокаторам мы добавляем пролонгированные нитраты или сочетаем бета-блокаторы с ивабрадином. Ну и дальше мы начинаем добавлять другие лекарства второй линии. Если у нас пациент с ишемической болезнью сердца и с низким артериальным давлением, то мы начинаем с низких доз бета-блокаторов или недигидропиридиновых антагонистов кальция. Вторым шагом мы переходим на ивабрадин, ранолазин или триметазин. И далее третьим шагом у нас идет комбинация этих препаратов. Ну, теперь перейдем непосредственно к самому заболеванию. Когда же оно встречается? Итак, по обоим критериям стенокардия варьировала от 4 до 7% в возрасте от 45 до 54 лет до 42-45% в возрасте 85-89 лет. Но я тут оговорюсь, что средняя продолжительность жизни в Европе является 86 лет, поэтому они легко оперируют такими цифрами. Возраст начала стенокардии был ниже у мужчин, это приблизительно 68 лет, у женщин 72 года. Однако прогностические последствия были одинаковыми у обоих полов. У пациента со стенокардией риск смертности был значительно выше в среднем по популяции со стандартными показателями смертности около 2-5% в возрасте 45-65 лет и 1-2% в возрасте 75-89 лет. Обструктивные поражения коронарных артерий постепенно ограничивают способность увеличивать кровоток в ответ на изменения метаболических потребностей и приводят к ишемии миокарда в покое при физической нагрузке.
Как правило, компенсаторные сосудорасширяющие механизмы исчерпаны при поражениях, превышающих 80% диаметра просвета, в то время как дисфункции эндотелия или спазм могут усугубить стеноз и вызванный коронарной бляшкой. Хроническая ишемическая болезнь сердца на сегодняшний день является самой распространенной причиной сердечной недостаточности. Хроническое или повторяющееся снижение перфузии миокарда вследствие тяжелой обструкции коронарных артерий или обеспеченных тотальных окклюзий может привести к некоррегирующему, но жизнеспособному миокарду, который восстанавливается после коронарной реваскуляризации процесса, называемого гибернацией. У 2/3 пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и дисфункцией левого желудочка в течение периода ожидания перед аортокоронарным шунтированием наблюдалось снижение фракции выброса левого желудочка, которое, по крайней мере, частично прошло, то есть оно восстановилось после реваскуляризации. Патогенетическое лечение. В дополнение к здоровому образу жизни, медикаментозная терапия направлена на замедление прогрессирования атеросклероза и, возможно, даже его регресса, а также на предотвращение сердечно-сосудистых событий, таких как смерть, инфаркт миокарда или инсульт. Профилактическое лечение включает аспирин, статины, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина 2 и бета-блокаторы у пациентов после инфаркта миокарда и пациентов с сердечной недостаточностью. Кроме того, клопидогрел, просугрел, тикагрелол уменьшают частоту рецидивов в течение первого года после острого коронарного синдрома. Следует понимать, что эти препараты, за исключением бета-блокаторов, не уменьшают стенокардию или ишемию, когда они присутствуют. Симптоматическое лечение. Немедленное облегчение стенокардии может быть обеспечено нитроглицерином, мононитратом из асорбита или разжевыванием капсул нифедипина. Пациентов также могут проинструктировать принимать эти препараты короткого действия перед тренировкой, чтобы снизить вероятность следующей стенокардии. У пациентов с симптомами частота эпизодов стенокардии и потребление нитроглицерина могут быть снижены нитратами длительного действия, бета-блокаторами и антагонистами кальция. Это хорошо зарекомендовавшие себя препараты, которые улучшают переносимость физической нагрузки во время стресс-теста и снижают потребность реваскуляризации с помощью стентирования или аортокоронарного шунтирования. К симптоматическому лечению относится и ивабрадин, который снижает частоту сердечных сокращений в покое, а также во время физической нагрузки путем ингибирования АФ тока в синусовом предсердном узле без какого-либо влияния на кровяное давление, внутрисердечную проводимость, интервал КТ или сократительную способность миокарда, что, безусловно, является плюсами этого препарата, но все равно зона его применения очень узкая. В серии клинических испытаний вобрадин снижал потребление нитроглицерина, улучшал переносимость физической нагрузки во время стресс-теста по сравнению с плацебо у пациентов, получавших различную фоновую терапию. Ранолазин избирательно ингибирует поздний приток натрия в миокард, который увеличивается во время ишемии миокарда. Таким образом, ранолазин ослабляет ишемическое нарушение реполяризации желудочков, как следствие сниженную сократимость. В клинических испытаниях ранолазин улучшает переносимость физической нагрузки. Есть побочные эффекты, вот, уменьшает смертность. Реваскуляризация. Так все-таки всем ли пациентам со стенокардией надо делать реваскуляризацию? Реваскуляризация путем устранения целевого поражения стентирования или обхода сужатого эпикардиального сосуда более эффективно устраняет ишемию миокарда. Наиболее эффективно устраняет ишемию миокарда. В рандомизированном пилотном исследовании с бессимптомной ишемией миокарда ишемии через один год не было у 57% пациентов, получавших реваскуляризацию. По сравнению с 31 и 36 при стратегиях, направленных на лечение ишемии стенокардии, то есть при медикаментозном лечении. То есть если мы говорим об эффективности реваскуляризации, если ее делают, то это 57%, а если ее не делают и лечат только медикаментозно, то это 31 или 36%. Кроме того, через 2 года после наблюдения риск смерти инфаркта миокарда был значительно ниже среди пациентов, перенесших реваскуляризацию, 4% по сравнению с теми, кто получал медикаментозное лечение. Это почти 9%. То есть разница между эффективностью вот этих методик, она практически в 2 раза.
Ревоскуляризация при ишемии миокарда средней и тяжелой степени. Исследование перфузии миокарда с участием 10 627 пациентов без ишемической болезни сердца в анамнезе показало увеличение преимуществ ревоскуляризации при выживании по сравнению с медикаментозным лечением у пациентов с ишемией средней тяжелой степени, в то время как у пациентов с ишемией легкой степени тяжести или ее отсутствием таких преимуществ не наблюдалось. Таким образом, реваскуляризация ассоциируется с улучшением клинических результатов у пациентов с документированной ишемией миокарда средней тяжелой степени или жизнеспособным миокардом, в частности, когда она связана с дисфункцией левого желудочка и многососудистой ИБС. Ну, вот вы видите результаты исследования. И слева у нас это аортокоронарное шунтирование. И вы видите, насколько оно эффективнее. Только одно исследование показало, что оно менее эффективно, чем медикаментозная терапия. И вторая табличка – это стентирование против медикаментозной терапии. Вот. И здесь однозначно все лучше. После таких вот ключевых сообщений о тактике лечения стенокардии на современном этапе, наверное, надо сделать выводы, что сроки реваскуляризации требуют тщательного рассмотрения. Пациентов без симптомов или с легкой степенью ишемии можно безопасно лечить только медикаментозным лечением. И наоборот, пациентам с симптомами от умеренной до тяжелой степени или обширной ишемии следует настоятельно рекомендовать реваскуляризирующую терапию. Но я от себя могу добавить, что, конечно, в России в основном мы диагностируем эту ишемию умеренной и тяжелой степени. Поэтому не забывайте рекомендовать этим пациентам кардиохирургию, да, и стентирование. Тем не менее, в Европе сейчас вот обсуждаются уже вопросы консервативного лечения легкой степени, да, то есть это имеет смысл. А потом все равно даже после стентирования надо применять эти препараты, то есть тоже корректировать и медикаментозно. Поэтому, пожалуйста, вот эту табличку, пожалуйста, ее сфотографируйте, и чтобы она была таким хорошим алгоритмом, по помощником вам при различных ситуациях при лечении стенокардии. И помните, что это то относится только к легкой степени, вот, а при умеренной и тяжелой нужно пациента отправлять на стентирование. Большое спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, пишите. Вот. До новых встреч! Ассоциация «Сирано» представляет осенний цикл вебинаров 2024 года. Каждую субботу выходят вебинары по терапевтическим специальностям, а каждое воскресенье – по педиатрическим. Суббота, 16:30, история медицины. 17:00, оториноларингология. 17:30, академия дерматологии. 18:30, общая врачебная практика. 19:00, кардиология. 19:30 – инфекционные заболевания. 20:00 – хирургия. Воскресенье. 17:00 – детская неврология. 17:30 – педиатрия раннего возраста. 18:00 – детская хирургия. 18:30 – нефрология. 19:00 – прием педиатра и онконастороженность. 19:30 – грудное вскармливание. Также подключайтесь к выпускам наших спецкурсов. По средам 14:00 – фармацевтическое консультирование. По четвергам 19:00 – аллергология. По пятницам 17:30 – нутрициология. 19:00 – клинические разборы, вельтищевские пятницы. Регистрация доступна на сайтах www.edu-serano.ru и www.edu-pediatrics.com.